второй этап и что это будет за упражнение? Девочки, смотрите, сейчас мы будем выполнять статический присед. Найдите отличия, друзья. Иногда будет вести он, а иногда я. Без разницы. Скажи что-нибудь, а? Это ужасно. Может, песню? Ла-ла-ла-ла-ла. Вы долго шли? Ах, это конкурс. Свадьба, свадьба пела и плясала. Залет у нас сегодня. Выиграешь? Маловероятно. Коленка не болит? Болит. Я тебя поддержу морально. Да, давай, давай. Очень хорошо смотришься. Спасибо. Очень сложно. Победишь? Надеюсь. Тебе бы семечек, знаешь, вот это вот. Гоп-стоп. Здрасте, Настя. Привет. Хорошо сидим? Да, отлично. Почему проиграла-то в этом конкурсе? Ну нет, просто дома сижу с ребенком и не занимаюсь. Ты не так сидишь дома, как здесь, да? Ну да. Как вообще самочувствие, настроение? Ну обидно, что так быстро вылетело. В этом твоя причина? Я не знаю. Просто, может быть, то, что не занимаюсь так. Буду теперь ходить в зал обязательно. Ну, тебе удачи, ты умничка. Спасибо. Спасибо большое.